Итак, друзья, снова здравствуйте, продолжаем наш курс лечения. Сейчас, смотрите, вот у человека тут спазм задней дельтовидной мышцы, да, и мы помимо массажа технологии применяем еще технику гуаша. Массаж гуаша — это вот такие скребки, ну они разные, есть металлические, нефритовые. У меня в данном случае привезен непосредственно с Тибета, с горы Кайлас, это вот из рога яка сделан. У него есть разные поверхности, да, поуже, пошире, такие вот волнистые. То есть все их можно применить. И наша цель — поставить человеку в данном месте синяк. То есть вот уже, видите, пошло покраснение, здоровая гиперемия. С чем я тебя поздравляю, со здоровым румянцем. Нормально, ты доволен? Да. Вот. И чем он будет темнее синяк, тем результативнее, да. Темнота показывает проблемное, выявляет проблемное место, да. Если просто покраснение, то эта кровь работает, да. А если вот такой синеватого, черноватого оттенка, да, то это уже там всякая гадость, все шлаки начинают подходить к коже и начинают потом рассасываться организмом. И вот еще трапециевидную мышцу, вот самую больную точку вот здесь, да, вот к ним также вот подтягиваем кровь. То есть вот в данном случае мы его применяем локально. Вы видите, да, вот покраснения здоровые пошли. Так что это все пойдет на пользу. Ну а если вы не с нами, то зря. Лучше подписывайтесь. С нами будет интереснее. В следующих видеороликах я покажу еще кое-какие ноу-хау. Пока-пока, друзья. Да, вот так покраснение. Яркое, что говорит о хорошем результате. И, соответственно, массаж-то закончится сеанс, да, за час, ну, за полтора. А вот эти вот синяки будут еще неделю работать. Еще неделю будут там кровь работать, макрофаги гнать сюда, которые убивают все вредные продукты распада клеток, там вирусы, бактерии, грибки, да, вот все это будет уходить. Так что я очень рад результатам, даже тебя с этим и поздравляю.